1 kilo. 1 kilo? Yes. Etnin kilo. Etnin kilo. Etnin. Yes. والله ما عملت حاجة لحد غيرك. قومي يا باشا، خلاص يلا خلاص. دي مالها دي؟ الزبونة في المدرسة راح تجيب ابنها عاوز تجيب. مالكش فيه، أنت ليك البطاطس وبس. مالكش فيه، ليك حتتك تجي لك زي الفل. الزبونة لو جت هتمشوها؟ لا مش هتمشيها. شغل الجنان ده. يا عم ده أم أحمد جاتني الصبح قلت لها لا. أقسم بالله جاتني لحد هنا أم أحمد. Птички. Неразлучные. Я уверен, что пластмассовая, все. Вот такие вот панели, а потом зеркало между ними вот так вставляешь. Маленькие кусочки вот такие. Берешь там две, потом зеркало, потом еще одна. А, как ты делаешь с рейками. Да, с рейками. И все, и охуенно. Салам. Индейцы. Шезлонг древнего человека. Ничего, ничего, ничего. Thank you.
يا سيدي يا ابني عايز حبة Сидим в зеркальном магазине. Упаковывает солнышко. А, у него там еще целая галерея. Солнышко мы купили. Бобик Детейл. Нравится тебе? Что? Улица эта. Улица. Да? Да. Ценами, наверное. Не, ну и то, что здесь не надо лазить по каким-то вторым, третьим этажам. Это первое. Второе, я уже здесь это все знаю. Куда прибежать, что купить, что от кого ожидать. Ну и ассортимент вполне знает, с нами говоря, за 2 года. Застыл. Да. Здесь где-то был. А, вот экскаватор. Сними его. Да, только как я сниму-то? А вон человек едет. И все. Человек едет, человек идет. Человек ползет. Все для человека. Слева какие-то качели, что ли, или это смотри. Это памятник Атому. Атому? На мост? Зеленый Каир. Красивый очень. Цветы, скульптуры. И стало чище, между прочим. Нет мусора на улицах. Цветов понасажали. Лучше город стал. Здесь в том райончике мы живем, здесь красивые серьезные дома. Товарищи понастроили домов очень красиво. Я вот эту помню, как они ваше место назначения находится справа. Кеда-кеда? Да, вот здесь это стоит. Вообще нам надо разгрузить всю нашу хуйню. Вот туда под землю заезжай. А как я туда заеду? Проедешь и в подземный гараж. Уверена? Да, абсолютно. Мы можем вот туда. Ебал я конем. Да, мы там оставляем.